Посадил дед репку и говорит: «Расти, расти, репка сладко! Расти, расти, репка крепко!» Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая. Пошел дед репку рвать, тянет, потянет, вытянуть не может. «Эх, какая сегодня хорошая погода! Самое время проверить мой огород. Здесь у нас много овощей, но нет у нас репы. Давайте вырастим репку вместе. Сначала нужно вскопать землю тяпкой. Надо вырыть ямку, чтобы посадить зернышко. Теперь посадим семечко в нашу лунку. Польем семечко, чтобы выросло большим и крепким. Расти, расти, репка сладко! Расти, расти, репка крепко! Фу, ну надо же, никогда таких овощей не видывал!» «Ты чего раскричался, дед? Что там у тебя случилось?» «Да ты посмотри, какая репка выросла! Поди всю осень будешь из нее похлебку варить! Ой, вот только боюсь, не вытяну я ее! Спелые помидоры должны быть ярко-красными. Из них делают томатный сок и кетчуп. Это баклажаны и болгарский перец. Болгарский перец еще называют сладким. Морковка растет под землей и бывает оранжевой или желтой. А еще она помогает детишкам быстрее вырасти. Перцы бывают красные, зеленые и желтые, а баклажаны всегда фиолетовые. Позвал дед бабку. Бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку, тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала жучка кошку. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Тянут, потянут, и вытянули репку. «Батюшки, какова репка-то выдала? Да, крепкая вышла, прям как загадывал. Потянули. Не справиться мне одному. Эй, бабка, идем тянуть репу. Что-то она мне не под силу». Потянули. Ох, велика репка. Не вытащим мы ее с дедом. Звали, бабуль? Да, внученька. Мы с дедом никак не можем репку вытянуть. Вон она, какая у нас выросла. Не было еще репки, с которой бы я не справилась. Сейчас живо ее вытащим. Потянули. Ну и репка-великан. Позову я жучку, она нам поможет. Кто меня звал? Кому нужна моя помощь? Потянули. Нет, так дело не пойдет. Придется кошку звать. Жучка, опять ты без меня не справляешься? О, тебе на этот раз нужно. Да не мне, а всем нам.
помоги репку вытянуть. Слишком большая репка, не дается она нам. Зовите мышку, пусть она тоже поможет. Думаете, что я такая маленькая окажусь полезной? Деваться некуда, но не можем репку вытянуть. Может, хоть с тобой получится? Хорошо, но тогда, кошка, мне придется за твой хвост тянуть. Фух, ну вот и вытащили мы репку. Один в поле не воин, говорят у нас в народе. Всем миром вытянули репку. Ой, надолго теперь репы хватит. Да, не зря дед старался на огороде. Я тоже, оказывается, сильный. Ох, славный у нас сегодня обед. Чую я запах вкусной похлебки. Мы с бабулей репку запекли. Попробуй, дед. А я кисель сварила из ягод. Пейте с бубликами. Как хорошо, когда в доме праздник. Раф! И нам что-нибудь вкусненькое раф, перепадает. А все благодаря кому? Кого ты на помощь звал? Мы репку благодаря мышке вытянули. Нет, вы что? Я же совсем слабенькая. Это мы вместе сделали. Недаром же говорят, слаб отдельно каждый прутик.